сегодня мы тестируем Osmo Pocket в достаточно сложных условиях. Это машина, ночь. Насколько будет плохо или хорошо записан звук, я не знаю, поэтому я стараюсь говорить погромче. Это 4К, 25 кадров в секунду, ISO 3200. Насколько вот хорошо меня видно или не видно, поймем потом. В Питере-то, оказывается, Новый год. Уже красота украшена, все. Тест Osmo в авторежиме. В авторежиме распознал лицо и вроде как не теряет, даже если крутить. Нужен, наверное, совпал, хотя и на руке достаточно хорошо. Снимать блок хорошо, но можно и навернуться, пока зимой так идешь. И смотришь по сторонам вместо того, и снимаешь вместо того, что смотри себе под ноги. Можно ли во время съемки перевернуть на селфи-камеру? Ну, ова. О, в принципе, классно. Так, ну, вошло лицо, хоп. Сейчас попробуем перевернуть. Поснимать то, что я вижу своими глазами. Достаточно неплохой видеорегистратор.